Ամենաջեր ողջունները, սիրելի հանդիսատես։ Շարունակում ենք սովորել հայերեն։ Для того, чтобы закончить базовый курс армянского языка, практически нам осталось познакомиться с некоторыми словами, с некоторыми частями речи, которые не становятся членами предложения. Это, во-первых, союзы. Союз такую же роль играет в армянском языке, что и в русском языке. То есть соединяет либо члена предложения, либо отдельное предложение в сложных предложениях. Если союзы соединяют члена предложения, то они называются сочинительные союзы. Они же соединяют в сложно сочиненных предложениях предложения, простые предложения. А если союзы соединяют второстепенные предложения с главным предложением, то они подчинительные союзы. Точно так же, как в русском языке. Нам остается просто знать эти союзы и употреблять их. Вот самые основные я написала на доске. УЕВ – это как «и» в русском языке. ЕСУ АРАМА ГНУМЕНК КИНО. ЕС ЕВ АННАН СОВОРУМЕНК ДАСА. Можно употреблять «у», можно употреблять «ев», как хотите, на ваше усмотрение. Они одинаковую роль играют. Только если они повторяются, я хочу и это, и то, и третье. ЕСУ ЗУМЕМ ЕВ ГАЦ, ЕВ ДЖУР, ЕВ КАХЦРАВЕНИК. Тогда употребляется «ев» только. «Байц» – это как «но» в русском языке. «Ес узумем, байц чемгенум». «Ес хосумем, байц чемгерум». «Наев». «Наев» также. «Ес гитем хайрен, наев русерен». Я знаю по-армянски, также по-русски. «Иск». «Иск» – это «а». «Ду хосумес хайрен, искарама хосуме русерен». Вор, что, чтобы, вор. В основном, если в сложном предложении, то это слово означает что, чтобы. А если в простом предложении, как относительное местоимение, как вопросительное местоимение, то это слово означает какой, который. Вор гиркнес картацель, вор гричнес узум. Теев, хотя, теев асацир вор галуем баш чесекель. Хотя ты сказала, что придешь, но не пришел. Кан. Кан – это чем? Когда сравнение. Ду авели герецикес, кан ко куйрика. Ду авели лавгитес, кан ко майрика. Те. Что или. Обратите внимание, два союза означают или. Но в армянском языке те употребляется в вопросительных предложениях. А кам употребляется в повествовательных предложениях. Ду сурчес узум те тей. Ду апурес утум те ахцан. Если вопрос. А если ты утверждаешь, то ес узумем сурч кам тей. Ес узумем утумем апур кам ахцан. Воч мияйн не только. Воч мияйн асац айле варец. Не только сказал, но и делал. Уреман. Значит, уремен мибан гити ворасуме, значит, что-то знает, что говорит. Уремен ду екелес иске стана чемьегель, значит, ты пришел, но меня не было дома. Сакайн, однако, айс амена чиште, сакайн амен чешмарту цюн че ворасумен. Ай лев, но и воч мияйн карта, ай лев хаскацир, не только читай, но и... Понимай все это. Ерп – это когда. Ерп и вопросительное, относительное местоимение. И союз, когда соединяет в сложных предложениях придаточное предложение к главному предложению. Ерп дугагас, если помните, там в основном употребляется желательное наклонение. Ерп тугас – есартен тана чемлини. Когда ты придешь, меня уже не будет дома. Ерп ду артнанас – чаша калини сегани вра. Как ты встанешь, уже обед будет на столе. Минчев, пока. Минчев часес инч воргитес, ес чемгена. Пока ты не скажешь все, что знаешь, я не уйду. Канивор, канивор, так как. Канивор. Канивор ду айтамена гитес, ес нориц чемпатми. Так как ты это все знаешь, я не буду еще раз рассказать. Чинаяц.
Չնայած լավ չես հասկանում հայերեն, բայց ես ուզում եմ այդ ամենը ասել հայերեն. Несмотря что ты нехорошо понимаешь, но я хочу все сказать на армянском языке. Айнинч, тогда как? Айнинч. Менгнацелейнг. Айнинч нранг артен тогел ев херацелейн. Мы пошли, тогда как они уже ушли оттуда. Айл, тоже но, а. Вочте аса, айл бацатрир. Не просто говори, но и объясни. Апа, затем, следовательно, нах амэнинчэ карта, апа сксир наев патмэль. Сначала читай, затем начинай рассказать. Айсинкан, когда что-то объясняется, то есть айсинкан дуузумэс асэль ворвочинчэ гитэс, то есть ты хочешь сказать, что ничего не знаешь. Етэ, если, опять же, в основном употребляется в условных предложениях. Етэ аревлини, мэнка гнанг цов. Если будет солнце, то мы поедем на море. Айляпес, иначе. Амэнинчаса, айляпес еска гнам, ев инхас кахарцнэм. Скажи все, а то я сама пойду и все спрошу. Минчдэр, между тем. Минчдэр, мартик хаваквэлэйн, мэнк хастринг сэганнэрэ патрастэль. Между тем, как люди собрались, мы уже успели накрывать на стол. Ворпези – это что? Чтобы в основном употребляются в придаточных предложениях цели. Ворпези лавсо ворес айрен, петке шат картас. Чтобы хорошо знать на армянском, ты должна много читать. Ты должен много читать. Воровхетев – потому что гнуменг хайастан, воровхетев намер хайреникне. Мекнуменг хайастан, воровхетев намер хайреникне. Мы едем в Армению, потому что это наша родина. Ну и ниск анкам употребляются как даже. Ну и ниск покер ерехане гаскану майтамена. Даже маленький ребенок понимает это все. Анкам дугитес айтмасин. Даже ты знаешь об этом. Вот так они употребляются. Они все в основном употребительные. Вот все союзы у вас на доске. Можете потихоньку начинать их употреблять и привыкать. А теперь так называемые модальные слова. Вера-берякан. Эти слова тоже не являются членами предложения, но они выражают мнение говорящего. Либо утверждают, либо отрицают, либо выражают какое-то сомнение. Айо, ха, это да. Айо, чиште, ха, айтамэнинча чиште сасум. И харке. Конечно. Игарке, ескагам, евкес кокнем. Искапес, дучиште ирасум, евьес егелем айнтех. Ирок, то айтпес эсматацум. Те уриши хоскерес киркнум. Анпайман, кагам, кокнем кес, ев аменинч лав келини. Хастат дунекателес, вор айнтех отар мартик каин. Идеп, ес имаца айн инч вор ду чеир гароганум иманал. Апсос вор чеир екел, шат лав хамергер. Айну аменай нив ес хамузвацем, вор да айт песе. Тем не менее, я уверена, что это так. Воч че, это отрицание основное. Ереви, хаванабар, ереви ду чиштеир. Хаванабар дуайт амэна чиштеир асум. Наверное, это была права, ты был прав. Имичайлёц, кагас гнанг араменцтун. Между прочим, пойдёшь со мной у Арама домой, к Араму домой? Цавок, к сожалению. Говорят ещё цавок сэрты. Цавок сэрты чем карога цельгал. К сожалению, я не могла прийти. Дышбахтабар еще есть такое слово. Ерани. Ерани – это такое армянское слово, что полностью нельзя перевести. Ходьба. Если ерани вагалав яганак лини, то можно перевести как ходьба. Завтра была хорошая погода. Но армяне еще говорят ерани кес. Вот это никак не переведешь. Ерани кес. То есть я бы был в твоем месте. Хаменайндепас, во всяком случае, хаменайндепас, арама болориц хелаци.
Ինչ էլ լինի, чтобы не было, ինչ էլ լինի, ես գալու եմ, ես լինելու եմ կողքիդ. Ինչ էլ լինի. Ну вот основные слова, что вы можете изучать, усвоить, привыкать к этим словам, употреблять в своей речи и понимать, когда вы их слушаете. И еще есть междометия, дзайнаркутюннер, которые выражают наши эмоции. Ах, вах, эй, хей, аман, вай, вуй. Их очень много в армянском языке. Самый армянский джан. Вы их сразу узнаете, вы можете их употреблять в предложениях. И я для вас готовила тематические диалоги по разным ситуациям. Там в парикмахерской, в ресторане, в кафе, на улице города, у врача, у родственников армянских, у друга. Какие там бывают ситуации, какие бывают разговоры. И чтобы здесь не повторять все эти слова и все эти диалоги, они будут у вас на экране. Ссылку аудиокниги «Старший мэр» вы найдете в описании к видео внизу. Это сайт издательства, очень известного издательства «Зангак» ереванского. Там издавалась учебник армянского языка с рабочей тетрадью «Старший мэр», «Мэц мэр». По этой книге вы можете изучать армянский язык более глубоко, более основательно, длительное время, все знать, и всю грамматику, и разговорную речь, и все основные, весь основной словарный запас. И вот аудиокнигу вы найдете на их сайте и можете послушать все эти диалоги, все эти ситуации, все эти разговоры, найти перевод всех слов и продолжать вашу учебу. А на последнем уроке надо будет рассказать разные ситуации, где вы были, как вы провели свой день, как вы провели свой вечер. И все это, конечно, на армянском языке.
Ցտեսություն, բարի օր ձեզ, բարի ժամանակներ, բարի տարի, և կհանդիպենք մյուս դասին։